Друзья, знаете, так интересно знакомиться с творческим комплексом «Исток» благодаря стихам, рассказывающим о пути героя, куда он направляется, о чем он мечтает. Потом следующая мелодия, вот первая мелодия была «Исток», которая рассказывала о устремлении героя, о его желании. Вот. Ну, такой, я так почувствовал эту мелодию. И вот сейчас следующая мелодия, с которой я встретился, «Поток жизни». Вы знаете, сам образ, вот эта образная мелодия, поток жизни уже открывает многое, завораживает. Но вот жизнь, она может идти потоком. Интересно, таким мощным, ярким, солнечным. Это уже дает такое понимание интересное вообще о пути героя, о той сказочной жизни, где он живет. Вот. И в этой музыке я когда слушал, вот, ощущая, как герой там действует, какая там жизнь, знаете, так очень интересно. Сам поток жизни, он мне почувствовался вот в музыкальных инструментах мощным солнечным потоком. Очень таким идущим вперед, такой, знаете, такой очень гармоничным, направленным вперед, направленным на созидание. Вот. А действие героя там, в музыкальных инструментах я почувствовал, вот это, наверное, там трубы, вот этот зовущий звук такой, вот очень как зов сердца. Он очень созвучен этому потоку. Такое ощущение, что он направлен на этот поток. И вот его горящее сердце, оно прямо ведет его вперед по этому потоку, по этой жизни. Там чувствуется в музыке его действие сердца. Сколько огня, столько устремления, столько вот этой благодарности. Наверное, даже не на каких-то слов, так и ну, энтузиазм. Там чувствуется вот это именно активное действие героя. А поток, он такой солнечный, мощный и в то же время разлитый. Вот такое ощущение, что вот на всю сказочную землю, что ли. Такой он светлый. Столько там вот такого вот света и счастья. Вот. И слушая музыку, вот, ощущаешь и действие героя, и поток. И там интересно, такие еще искристые как колокольчики, что ли, звучат в этой музыке. И такое ощущение, что это вот как вот с небес, что ли, свет этот льется, проникает, как все наполнено вот в пространстве вот этим небесным каким-то созвучием. Интересно встречаться с музыкой, это пока вот такая первые шаги, чувствовать образную мелодию. Ну, это очень интересно. Спасибо огромное.